Мне хочется просто сказать, что из этой конференции, которую мы сейчас присутствовали, по сути дела, мы можем вынести, что необходимо этапное лечение этих больных. И от постановки диагноза до хирургического лечения очень большой промежуток времени, очень большое количество больных, которые нуждаются в комплексном подходе. Ну вот один из них вот корсетирование. И мне вот хочется особо отметить доклад Натальи Васильевны, да, которая сделала фактически она чудо, потому что обозначить тот факт, что упражнениями, физическими упражнениями, особенно специализированными какими-то упражнениями, можно на этапе вот от диагностики до хирургического лечения можно сделать чудеса, решить большие задачи. Я думаю, что завтра на семинаре мы сделаем таким образом, чтобы посмотреть и как диагностируется, и какой алгоритм диагностики, и алгоритм коррекции может быть, и какова эта технология, чтобы ее освоил практически каждый в короткий промежуток времени, и чтобы применял в своей работе. Так что вот до завтра. Спасибо большое за внимание.